Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сегодня заявил, что был убит один из лидеров исламского государства Тархан Батарашвили. Об этом в традиционно вызывающей форме Кадыров написал в своем инстаграм. Ранее появилась информация о том, что этот командир одной из группировок исламского государства угрожал вторгнуться в Россию. Кроме того, боевики исламского государства опубликовали в сети видео, на котором озвучили свои угрозы развязать войну. В ответ на это Кадыров тогда заявил, что Аш-Шишани до России не доберется, что он будет ликвидирован там, где произносит эти угрозы. В сегодняшнем сообщении глава Чечни не уточнил, кем, когда и где был убит боевик.